История, которую мы рассказываем, собирая архив маэстро Тонино Гуэра, не только личная, поскольку его жизнь и в прекрасные моменты, и в тяжелые моменты его жизни была всегда связана с необыкновенными личностями. Вот так, когда, казалось бы, совсем интимный момент операции Тонино Гуэра, которая нужна была для того, чтобы он выжил, и действительно были подарены потом 25 лет жизни, произошла опять-таки в Москве. Ее сделал гениальный нейрохирург, наш друг Александр Николаевич Коновалов. А я приехал еще раньше здесь оперироваться. В голову свою. Да, это правда, не маленькая операция. Малю я стату соло, луи соло, ке ашель ту моска, тут терану конту. Только говорить по-русски. Да, да. Торино один, единственный человек выбрал, так сказать, Москву, чтобы приехать сюда. Все были против. Операцию делали? Да. И Феллини, и все плакали, умоляли его ехать куда угодно. Спасибо, врач прекрасно. Вот, хочет сказать спасибо сейчас в экран замечательному врачу. Уже сделали операцию? Давно. Да, сейчас я Коновалов. Да? Бурденко. Знаю Коновалов. Да, вот прекрасный человек. Володя. Хороший человек. Александр Коновалов. E lui mi ha detto la più grande frase, più che dottore, mi ha detto una grande frase che mi ha dato forza. E он мне сказал изумительную фразу перед операцией, которая дала мне силы. Era una domenica. Было воскресенье. Io sono arrivato, sono andato a mangiare da lui. Я только что прилетел и поехал к нему домой поужинать. Lui ha guardato le carte che aveva portato la TAC, cioè i raggi. И он смотрел эти снимки, которые Тонино привез, эти головы. Speravo che dicesse che non occorreva. И я надеялся, что он мне скажет, нет, не надо делать операцию. Invece si è girato, ha detto нужно. А он повернулся и сказал, нужно. Dopodiché si è seduto davanti a me. А потом он сел передо мной m'ha detto, Tonino, и сказал мне, Тонино, se tu mi aiuti, io ti aiuto. Если ты мне поможешь, я тебе тоже помогу. Странно, а? Опять растрогался. Ну, что ж такое? Прям сегодня сплошные слезы.